занято. Это чудесный инструмент, создан больше 100 лет назад, а точнее ему 105 лет, и выпущен он в Нью-Йорке фирмой Stanway Songs. Мы его на время отложим, вы видите, что здесь лежит еще один инструмент. Как он называется, вы не знаете? Барабан. Барабан, правильно. И мы для вас сейчас сыграем одну песню, которая все-таки она больше относится к цыганскому джазу, потому что это пьеса европейская. И вот Гарри меня сегодня спрашивает, а как же она называется? Она так и называется. Minor Swing. Минорный свинг. Нужно еще два. Thank you.
попробуем ее сыграть совсем по-другому, не так, как вы ее, возможно, слышали в замечательном городе Санкт-Петербурге. Thank you.
У вас замечательный вкус. Вы посмотрите, вы досидели до конца первого отделения. Спасибо.